И всем привет! Я так давно не садилась перед камерой, что такое ощущение, что я уже забыла, как это делать. Но знаете, это тот самый момент, когда тебе уже за 20 лет, и в твоей жизни возникают некоторые проблемы, и твои родители не решают их за тебя, и тебе приходится делать это самому. Иногда эти проблемы довольно-таки бывают нервными, и ты сбиваешь свой режим. В общем, со мной это произошло, я сбила очень сильно свой режим, и мне действительно некомфортно так жить, когда я просыпаюсь где-то в 6 вечера, когда все нормальные люди уже готовятся ко сну. И, собственно, я подумала, что самый простой способ — это, естественно, сутки не спать, но чтобы эти сутки не прошли, и я 100% не уснула, нужно было придумать себе какой-то интересный марафон. И я подумала, 16 томов за 24 часа «Волчицы и пряности» — это потрясающая идея, поэтому сегодня я буду всю ночь и весь день читать ее, чтобы к вечеру пойти спать. И также еще вообще хочу вам рассказать, что вообще происходило за эти дни. Мы уберем все ужасные и неприятные подробности, а оставим только светлое и прекрасное, уютное. Поэтому давайте немножко поговорим про хэллоуинский марафон. Я составляла списки разных книг, периодично их меняя, чтобы марафон был более разнообразный, более интересный. Но я уже скинула фотографию, по-моему, я там изменила несколько книг. И также у себя в Телеграм канале я добавила список, что я рекомендую вам взять с собой на хэллоуинский марафон, и потом я выложу туда рецептики. Дело в том, что список на хэллоуинский марафон хоть и менялся, одна книга оставалась неизменна. Это то, что 31 числа вместе с вами я хочу прочитать «Мистер Вечный Канун». И, собственно, конечно, я его немножко заранее прочитаю, дабы я могла смонтировать ролик, но не в этом дело. Дело в том, что я в книжном центре прогуливалась и увидела одну книгу, и я поняла, что я не хочу без нее уходить, хоть я и не знакома еще с историей «Мистер Вечный Канун», и не знаю, насколько она будет потрясающей, но я знаю о том, что вся книга пропитана именно атмосферой Хэллоуина, а это мне уже безумно нравится. В общем, долго не затягивая, я нашла вот такую вот поваренную книгу для Хэллоуина. Это, собственно, книга, сделанная по мотивам вот этой вот истории. Я влюбилась в эту обложку, она мне кажется безумно красивой, безумно интересной, и я поняла, что я очень-очень-очень сильно хочу себе эту книгу. Конечно, я долго стояла и размышляла, нужно ли мне ее покупать, потому что у меня непереносимость лактозы, и, возможно, большинство рецептов здесь содержат лактозу, но благодаря своей маме я нашла уже безлактозную сметану, масло, в общем, абсолютно все. И поэтому я теперь спокойной душой смогу повторить все рецепты из этой книги. А поверьте, именно это у меня есть в планах. И вот мне безумно нравится оформление книги, что снаружи, что внутри. Оно безумно красивое, атмосферное. Посмотрите, тут тыковки. В общем, мне очень-очень нравится эта книга, я прям в полном восторге. Уже ее немножко почитала, уже себе, значит, закладочки-то сделала, чтобы заранее у себя в Телеграм-канале отправить фотографии рецептов, что мы будем готовить, чтобы вы заранее знали, какие продукты стоит купить, и вместе со мной смогли приготовить эти продукты, попробовать оценить их. Точнее, не продукты, а рецепты. И, в общем, я обычно не агитирую вас подписываться на мой Телеграм-канал, но вот это другое. Вот сейчас это исключение, потому что, первое, заранее там будут выходить рецепты, что мы будем готовить, заранее список того, что вот стоит с собой взять на видео. И также одна моя подписчица скинула фотографию книг, которые она будет читать на этот хэллоуинский марафон. И если вдруг у вас уже есть какие-то книги, которые вы хотите читать вместе со мной, то я буду безумно рада, если вы тоже скинете фотографии или просто напишите список этих книг, чтобы мы между собой поделились. Может быть, кто-то найдет для себя какую-то интересную книгу. Может быть, я найду для себя интересную книгу, поэтому я хочу такой сделать круговорот книг на этом канале. Собственно, буду безумно рада, если вы поделитесь тем, что вы читаете, планируете читать, прочитали уже это осенью, что хотите на хэллоуинский марафон с собой взять. В общем, очень хочу, чтобы вы поделились. Вау! Я случайно открыла. И вот такая вот иллюстрация. Безумно, безумно, безумно красиво.
В общем, все вам рассказала, но не рассказала самое главное, о чем, собственно, это манга. Она нам рассказывает про богиню урожая, волчицу Хола. Буду называть ее так, потому что именно в манге пишется Хола, но можно произносить и Хора, и Хола, даже сам, собственно, писатель, кто написал это, Ранобэ, это первый источник был. Все-таки вот сказал, что можно и так ее называть. И про продавца Лоренца. Богиня у нас жила на полях с пшеницей, и она была как бы богиней урожая, но люди очень злоупотребляли землей, каждый год заставляли землю плодоносить, а если вдруг что-то не получалось, то сразу же винили в этом во всем Хола. И, собственно, она уже устала от такого, у нее уже договор с ее знакомым был закончен, что она должна жить на этой земле, и она решила сбежать. И сбежала она, скажем так, туда, где лежал большое количество пшеницы, а именно лежала в повозке у Лоренца, где он спящий ее и обнаружил, и с этого начались их путешествия. От начала до конца это выдуманная история, но смею предположить, что здесь нам рассказывают про средние века, и, собственно, Лоренц рассказывает Холла, как вообще происходит купли-продажи, про весь вот бизнес, про их законы, а Холла, в свою очередь, рассказывает, как хитрить, обманывать людей и, собственно, как нажиться благодаря ее большому опыту, потому что ей уже 600 лет. Собственно, безумно интересные истории, но я даже помню, что вот, когда я рассказала вообще про, что мне очень нравится эта история, мне в комментариях написали о том, что да, смотрели аниме, но так и не поняли, вообще, как происходило купли-продажи, потому что там очень какие-то тяжелые схемы, и, собственно, сегодня я хочу в этом разобраться. Да, на сонную голову я, скорее всего, днем уже вообще ничего соображать не буду, но я попытаюсь в этом разобраться и вам рассказать. А еще я увидела, как они едят бутерброды с сыром. Здесь, конечно, просто сказано, что это жареный хлеб, но я отчетливо вижу, что это хлеб с сыром. Я хочу хлеб с сыром. Вот теперь я очень хочу. Она еще так аппетитная его тут ест, что я безумно теперь хочу хлеб с сыром. И теперь, походу, я буду думать только-только про него. И вот у нас уже рассвет. Спать хочется дико. Держит меня только зеленый чай. Кстати, я только что заметила, что у меня крошка. Я сейчас взяла волчицу. Ну, точнее, здесь лисица. Здесь волчица, но, насколько я знаю, насколько я вычитала, сейчас должен быть дисклеймер, что информация, которую я вам не преподношу, не на 100% верная, но, насколько я вычитала, в японском языке обозначение волчицы и лисицы — это один и тот же иероглиф, по-моему, и то есть как бы у них нету два разных слова, и поэтому неизвестно, все-таки, когда автор писал, он имел в виду действительно волчицу или он имел в виду лисицу просто за тот счет, что у нее волосы, уши и хвост рыжие. Поэтому, ну, вот мы все думаем, она все-таки волчица или лисица. Ну, в общем, у меня кружечка с лисицей, тут у меня зеленый чай, потому что зеленый чай — это единственное, что держит меня на плаву, потому что спать очень сильно хочется. Но вот зеленый чай, к примеру, если я пью кофе в такие моменты, когда я очень хочу спать, но мне нужна энергия, знаете, кофе, она дает тревожность, она учащает сердцебиение, ты начинаешь чувствовать, как бьется сердце, это очень неприятно. А зеленый чай, как будто в нем кофеин более мягкий, хотя считается, что кофеина в зеленом чае больше. Но вот все равно, он такое ощущение, что он какой-то более мягкий. И поэтому есть энергия, чтобы хоть как-то существовать, но вот нету вот этого нервоза. Поэтому пью его. И также единственное, что меня сегодня держит на плаву, это то, что мне должна сегодня прийти посылка с двумя книгами. Там чисто рамфанд, но очень сильно хочу получить эти книги как можно скорее, поэтому вот это все, о чем я сейчас мечтаю. И дабы не уснуть, мы решили прогуляться, пошли, забрали посылку и зашли в магазин. И только посмотрите, что теперь продается в Lidl. У них теперь куда больше всего для Хэллоуина, чем в прошлом году. И у кого есть,
точнее, у кого переносимость лактозы, я безумно вам завидую, потому что огромное количество разных тортиков, мороженых, кексиков, в общем, все на любой вкус. В общем, где камеру оставила, там и села. Я пришла домой, забрав посылку. Да, как видите, посылка упакована в пакет Пепка. Кстати, очень удобно было его нести с улицы домой, а мне пришлось пройти 2 квартала, чтобы забрать эту посылку. Но вот тем не менее, за счет того, что это упаковано в обычный пакет, ты просто вот так вот берешь его за ручки и тащишь домой. Очень часто я чекаю разные страницы в Фейсбуке по перепродажам книг, потому что все-таки я хочу собрать свою библиотеку, и, собственно, книги-то очень дорогие. И, в общем, я подписана на одну девушку. Она рижский книжный блогер, она живет в Пурчике, я ее так уже, как бы, грубо говоря, знаю. И, в общем, она выставила разные книги свои на продажу, и я приобрела себе 2 книги. Очень быстро произошло, потому что буквально вчера она мне их отправила. И сегодня они уже у меня. Вот так выглядит упаковка. Кстати, очень прикольно, мне нравится. Мне очень нравится обложка книги «Коварная магия». Очень красивая обложка. Заказала чистый румфант. Здесь у нас про ведьму, которая гадает о картах Таро. Там что-то у нее происходит. Она вместе со своим фамильяром покидает город, встречает мужчину. Книга у нас 18+, поэтому понятно, что там будет. И «Неумолимая». Это тоже чистый ромфант. Здесь у нас ведьма, а вот здесь у нас тоже ведьма. Но здесь у нас вампиры, оборотни и, в общем-то, девушка, которая именно исцеляет людей. Или существ. Ну, здесь написано, что каких-то существ, магических существ она исцеляет. Книга также 18+. Вот, просто вот увидела, что, какие книги она выставила, поэтому, ну, собственно, и взяла. Эта книга обошлась, по-моему, в 4 евро, это в 5 евро. Или наоборот. Но, в общем, вместе с доставкой заплатила 12 евро за 2 книги. Это очень-очень-очень дешево. О, но здесь есть очень красивая такая. Открываешь так, очень красиво. Жесткая древесина впивалась в ноги девушки, отчего ей хотелось закончить сеанс как можно скорее. Желательно дома, без размерной рубашки и в обнимку с книгой. Так выглядит мой любой поход в какую-либо компанию. Знаете, что я сейчас заметила? Эти обе книги от издательства Freedom. И знаете, какие книги у меня еще есть от издательства Freedom? Это у нас Эмма Скотт. И... не знаю, только на Эмма Скотт это распространяется или нет, но, в общем, максимально некачественная вот обложка у книги. То есть, смотрите, я его читаю, и вот я читаю книгу, собственно, я же когда читаю, я вот так держу книгу, вот так ее держу. Вот эта часть очень часто трется, и это единственное пока что издательство книг, где у меня вот так сильно трется корешок, потому что... Ну, книги я держу все одинаковые, у меня такого ни разу не было. Мне очень нравится эта обложка, и я надеюсь, я искренне надеюсь, что это просто какая-то вот особенность именно вот этой обложки. Потому что очень сильно не хочется, мне не нравится. Они у меня вот так вот лежат, мне нравится этот фиолетовый оттенок, и я вот это вот вижу, и оно подбешивает, честно говоря. Потому что мне хочется, чтобы у меня на полках все идеально лежало. То есть это тот человек, который вот так вот... аккуратно, очень аккуратно читают книги, чтобы корешок не рвался, чтобы он не снашивался, чтобы книги все лежали очень аккуратно. Искренне надеюсь, что это у них вот такое только с Эммой Скотт, потому что здесь очень красивый корешок, и если он точно так же износится, мне будет очень грустно. Мои планы на день. Лежать тюленчиком, чтобы восстановить режим, обмотавшись одеялом с горячим чаем или какао, в зависимости от настроения, и читать книги. Ну, точнее, мангу. Но, как видите, макияж стал поярче, я уже почему-то в более такой одежде, которая на выход. И почему?
я решила взять телефон в руки и получаю сообщение от моего мастера маникюра. «Привет, ты же будешь на маникюре сегодня?» А я, как ответственный человек, говорю: «Да, я приду». А у самой глаза шпрингом, дико хочу спать. В общем, не представляю как, но сейчас пойду на маникюр, зато заменю вот этот оттенок, потому что мне он уже не очень. Мне хочется что-то черно-красное в цвет Хэллоуина. Вообще было бы идеально это вообще фиолетовый с черным, но, насколько я знаю, у нее, по-моему, нет именно черного оттенка, поэтому буду экспериментировать, буду фантазировать, что-то интересное создать на своих руках. И, собственно, как обстоят дела с мангой, прочитала я уже 7, 8, 9. 9 частей, и что могу сказать по поводу вот именно вот этого платежки, вот торговых приколов в этой манге. Кстати, там даже описывается уже в 8-й манге. По описанию я поняла, что там говорится о крестовых походах, то есть я все-таки немножко ошиблась. Если крестовые походы, то действие происходит не в 15 веке, а в 13 веке, потому что в 13 веке, по-моему, были крестовые походы, собственно, немножко я ошиблась на 2 века так, но вот тем не менее, насчет касаемо их торговли, как я поняла, Лоренс, он покупает, точнее, он привозит какую-то вещь в столицу. Есть столица и есть рядом маленькие городки, называемые филиалами. Он что-то им отдает, к примеру, меха на определенную сумму. Потом он едет в столицу и на эту сумму берет какой-то товар, к примеру, соль. А так как эта столица производит соль или их филиалы производят соль, она у них дешевая. Он у них на эту сумму мехов берет соль и потом едет в другую столицу, в другой же город, в другую местность, и там он продает ее и получает или деньги, или какой-либо товар, который уже в третью столицу везет и там перепродает. И, собственно, вот эта вот разница, это получаются его деньги, которые он выигрывает. Вот, ну вот я поняла, что это вот так вот работает. В принципе, вроде несложно, но, возможно, на сонную голову я что-то неправильно поняла. И, собственно, когда ему сказали о том, что вот там ему должны заплатить 1000 монет, 1000 железных монет, он это, понятно, не увезет, потому что у него одна его лошадь, с которой он очень давно. Ему говорят о том, что можем, конечно, дать деньгами что-то другое или оставь деньги храниться здесь у нас. И он сказал: у вас есть черный перец, потому что черный перец очень легкий и очень дорогой. И, собственно, он набрал черного перца и повез в другую местность, в другой город его. Вот, вот такие вот схемы у Лоренса, как я поняла. Ну, а я что? Я, вообще-то, побежала на маникюр, беру вас с собой. Как же я счастлива, что я не бьюти-блогер, потому что, как по мне, я нигде так плохо не выгляжу, как в видео «24 часа без сна». Сняла я, в общем, свой макияж, уже не могу в нем находиться. Сходила на маникюр, сделала себе такой максимально осенний. Знаете, прям перед маникюром у меня был, наоборот, какой-то прилив энергии. Я не чувствовалась, как будто я, ну, недавно условно проснулась или, по крайней мере, поспала ночь. И как только я пришла с маникюра, у меня просто все. У меня как будто сильно, ну, усталость пришла в двойном объеме, и я вообще сейчас немножко даже не понимаю, кто я, что я, но я попробую собрать все силы свои. У меня, кстати, собака храпит на заднем фоне, возможно, портит мне звук, но не осуждаю, потому что сама хочу безумно спать. Так вот, хочу объяснить вам, что да как у нас-то по волчице, потому что мне кажется, я мало сегодня про нее говорила. В общем, я прочитала 10 томов за сегодняшний день, и мне безумно нравится эта история, я ее обожаю. Сейчас я возьму какую-нибудь самую красивую обложку, ну, фиолетовую, конечно же, это я, и расскажу вам вообще, что да как. В общем, прочитала 10 томов из 16, остальные 6 я прочту уже чуть позже, потому что сегодня сил у меня точно уже не будет. Но, в общем, это потрясающая история, и было одно удовольствие ее читать. В принципе, благодаря ей я и прожила эти сутки. История такая, что безумно прекрасная романтическая линия.
Здесь у нас в каждом томе они заигрывают с друг дружкой, как-то намекают на свои чувства. И да, это не спойлер, только потому что 16-я обложка, это вообще уже тогда дикий спойлер ко всей этой истории. И, в общем, мне очень нравится, как они заигрывают, как они ревнуют друг друга. Мне, правда, вот очень нравятся их отношения. Я за свою жизнь прочитала немало романтических историй и могу сказать, что мне безумно-безумно нравится именно это. Вот именно их отношения, их я ставлю на первое место. И также книга безумно уютная, мне очень нравится еда, особенно как она нарисована, показана. Мне очень нравится то, что у Лоренса есть мечта, он все-таки как бы продавец, он постоянно из одной точки едет в другую точку, и так, в принципе, все время, и он мечтает где-то обосноваться, он мечтает о своем доме, о своем маленьком магазинчике, где он будет продавать специи. И также на протяжении всего сюжета он нам об этом рассказывает, он делает чертежи, как будет выглядеть его будущий магазин, рассказывает, как он копит на этот магазин. Это безумно интересно и уютно. Также вообще их приключения, они тоже очень уютные. К примеру, у меня уже немножко все перемешалось в голове, но, по-моему, в третьей или четвертой части они приезжают в один город, где планировали продавать большое количество доспехов, которых изначально забрали из другого города. Но по прибытию в этот город оказывается, что именно в этот раз доспехи никому там не нужны. Именно этот бизнес безумно страдает, никто ничего покупать не хочет, так еще. И оказывается, что часть его доспехов находилась в кредите у этого города, и если он не выплатит за 2 дня этот кредит, то его отправят в тюрьму, а тюрьмы там очень жестокие, это просто страдать до конца своей жизни. Но благодаря Холла, благодаря ее чуткому уму, ее хитрости и проницательности, конечно же, она его спасает от тюрьмы. И поэтому здесь и приключения, здесь у нас и вот средние века, история любви, поэтому вот эти манги, вот это ранобэ, и манги, и аниме для меня вообще самые лучшие с моих 14 лет. Я безумно рада, что я познакомилась с этой историей. Сейчас я заново прониклась этой историей, заново посмотрела на этих персонажей. И знаете, есть такой момент, когда говорят, что вот ты в подростковом возрасте романтизировал какие-то отношения, посмотрел на них в взрослом возрасте и такой, господи, они такие токсичные, абьюзивные. На эту историю любви, что раньше я смотрела с восторгом, что сейчас смотрю с восторгом, вот она всегда, эта история безумно теплая, уютная, романтичная, она всегда для меня такой будет, и я очень люблю эту историю, я безумно рада, что она была когда-то создана, и вот я как была фанаткой волчицы, так и остаюсь фанаткой волчицы, только теперь я еще заново испытала эту волну. И вот я не жалею ни цента потраченного на эту мангу, потому что я буду ее перечитывать постоянно, чтобы окунаться в эту теплую историю. Но сейчас я безумно хочу окунуться в свою теплую кровать. Даже если она холодная, я быстро ее согрею. В общем, да, я очень-очень-очень хочу спать. Надеюсь, что вам понравилось это видео. И помните, что я вас очень сильно люблю. И всем пока!